Рады приветствовать вас на нашем вебинаре 1С Drive. Сегодня посмотрим конфигурацию, которая является мультиязычной ERP-системой. Программа нашего вебинара такова. Сначала пройдемся по презентации, далее посмотрим ту конфигурацию, в принципе, которая разработана, которая поддерживает ряд языков и, в принципе, дает возможность собственникам бизнеса глубоко понимать свои процессы. Первая фаза нашего вебинара будет рассчитана на то, чтобы мы поймем вообще тот функционал, который заложен в 1С Drive, да, и чем он может быть полезен, в принципе, собственникам бизнеса, консультантам, специалистам, которые ведут учет и составляют отчетность. То есть, в принципе, что это за система? Система, на наш взгляд, очень перспективная в том плане, что достаточно много всего от полноценных ERP-систем содержит, да, вот на это предлагается и посмотреть. Предлагаем действовать таким образом. Посмотрим те подсистемы, которые используют 1С Drive, в принципе, вот, посмотрим систему отчетности по каждому блоку, да, по каждому направлению, посмотрим, в принципе, фокусировку на дашборды, на инфографику, которая заложена в 1С Drive, да, и, в принципе, сделаем для себя какие-то выводы. Далее я бы предложила рассмотреть практический кейс использования и расширения управленческого плана счетов. То есть, в принципе, система 1С Drive – одна из немногих 1С-систем, которая не содержит субконта, да, аналитических разрезов на плане счетов. И когда перед собственниками или перед финансистами стоит, в принципе, бизнес-потребность о расширении плана счетов, да, там на стандартные, там, допустим, статьи затрат, статьи дохода, вот как в такой системе с этим работать. То есть, в принципе, такую задачу, как расширение и полноценная адаптация учетной модели 1С Drive, в принципе, тоже решает. Значит, система, да, ERP-система, и она мультиязычная. Ну, на самом деле, смотрите, тут вот на слайде перечень тех языков, с которыми Drive, собственно, работает. То есть настраиваются они на конкретного пользователя. То есть, в принципе, если вам удобно работать в русскоязычном интерфейсе, я сегодня на вебинаре буду нашим показывать именно русскоязычный интерфейс, да, вы можете работать в нем. Если у вас англоязычный менеджмент, то ставите, в принципе, конкретному бизнес-пользователю тот язык, который ему необходим. Вот, и он работает уже, в принципе, на том языке, который ему необходим. Это достаточно, в принципе, просто удобно, в пользовательском режиме все настраивается, и дальше я покажу, как это работает, да, с языком. Вот. В принципе, вот это вот все те языки, которые Drive может в себе использовать. Первый блок, который, в принципе, в системе освещен, это полноценные продажи. То есть по продажам автоматизирован весь жизненный цикл. Автоматизированы как оптовые продажи, да, то есть там вот заказы покупателей, сверка с контрагентами, поступление оплат. Так и, в принципе, блок розничных продаж, вот здесь вот чеки ККМ, отчет о розничных продажах, то есть, в принципе, и отчетность подсистемы, она достаточно, в принципе, наглядная и репрезентативна. То есть тут на системе как раз и посмотрим. То есть дебиторка ранжируется по интервалам задолженности, то есть там 30, 60, 90, то есть дебиторку можем смотреть, в принципе, по срокам. И дебиторку можем смотреть по дашбордам достаточно наглядно. Ну вот отчетность, допустим, по расчетам с покупателями, по всей подсистеме отчетность в Drive
скорее большой плюс. То есть, в принципе, если собственник бизнеса принимает решение о внедрении данного программного продукта, он получит достаточно дружелюбный интерфейс. То есть, вот, когда мы анализируем продажи, нам не нужно оперировать вот, и владеть там, конкретным планом счетов, конкретной там, учетной моделью, да, привлекать к бухгалтера. Тут достаточно в этом плане все наглядно написано. То есть там вот задолженность, увеличение долга, уменьшение долга, то есть как это все проистекает по нашему там конкретному контрагенту договору. Отчет максимально там гибко настраивается просто и максимально понятным языком это все видно. То есть в принципе один из плюсов внедрения это то, что в понятных для себя категориях собственник бизнеса получит необходимую для него информацию. Второй плюс, это вот тоже будем сейчас смотреть в системе, это инфографика и дашборды. Дашборды много, вот инфографики мало в какой системе так много, в принципе, и мониторов руководителя, и аналитических выкладок, то есть вот с диаграммами и графиками. Вот в Drive как раз это все есть. То есть, в принципе, мы можем говорить, что это не какой-то там кусочек, выжимка, это полноценная система ERP. Вот у нас на примере ранжирования дебиторской задолженности по интервалам мы видим, что вот она наша дебиторка, она в принципе все попадает вся свыше, там, вот, допустим, свыше 61 дня, и в принципе вот наша диаграмма имеет такой вид. В таком же формате отчеты показаны по кредиторке, то есть в принципе мы сразу имеем и отчет, и диаграмму. Кроме продаж, следующий блок, вот, это блок закупки. И он также полноценно представлен, да, то есть, опять же, по всему жизненному циклу. Начинается от NCE, то есть номенклатура, поставщики, управление запасами. Дальше мы можем смотреть, как эти запасы там, допустим, двигаются там по складу, да. Если у нас есть неотфактурованные поставки, не без документов, это тоже видно. Вот. История инвойсов наших видна, то есть как мы платили поставщику, да, там, какая у нас динамика кредиторки. То есть, в принципе, по поставщикам, так же, как и по покупателям, автоматизирован процесс полного жизненного цикла. То есть там заполнение NCI, формирование инвойсов, разнесение оплат, какая-то просрочка, мониторинг этой просрочки, отчетность там подсистемы, возвраты. Да? То есть, в принципе, так же, как и по продажам, процесс достаточно, в принципе, работает по замкнутому жизненному циклу. Большинство операций здесь есть, включая таможенные декларации. Если компания работает по комиссионной схеме, здесь тоже это есть, то есть отчеты комитентам, отчеты комиссионерам. То есть, в принципе, это представлено. Следующий блок отчетности, ну вот, в принципе, по подсистеме, следующая функциональная карта Drive, это блок финансы. Блок финансы, в принципе, включает в себя банковский блок, то есть, в принципе, это наши клиент-банки, да, там поступление, списание денежных средств на расчетный счет. Это наши денежные средства в кассе, вот, блок планирования. И, в принципе, вот ну, можем посмотреть с вами, это результирующие отчеты. Отчеты по денежным средствам будем смотреть. И здесь что хорошо, что, опять же, собственник бизнеса, он понимает, что у него есть на личных, ну вот на корпоративных денежных счетах, да, в банке,
и, в принципе, полную картину видит, потому что в отчетность выводятся также кредитные лимиты и овердрафты. То есть, в принципе, Drive содержит в себе отчетность подсистемы, которая позволяет видеть как денежные средства на счетах компании, так и присоединить к этому направлению блок счетов по кредитам, депозитам, по овердрафтам. То есть, в принципе, целостную картину управления денежными потоками мы видим. Вот. В принципе, отчетность подсистемы, она достаточно наглядна. То есть, в принципе, мы видим отчеты по всем счетам. Опять же, вот так, как я уже проговаривалась, с учетом овердрафтов, да, то есть полную картину для себя видим. Что есть на наших счетах, что еще можем, в принципе, там присоединить по овердрафту, понимаем целостную картину. Waterhouse, наш склад. Склад, в принципе, можно разбивать хранение по ячейкам, можно, в принципе, проводить полноценную инвентаризацию запасов, вот, и отражать результаты инвентаризации, оприходование, списание, то есть запасов. Вот. В принципе, здесь мы можем смотреть график движения запасов, да, там понимать, какие у нас на складе есть неликвиды, да, в этой части, то есть там управлять, в принципе, нашей оборачиваемостью. Вот. В принципе, смотреть для себя фактическую оборачиваемость по движению складских запасов на складе. То есть, в принципе, по системе складского учета, она так же, как и другие, вот мы видели, то содержит полный жизненный цикл. То есть, там поступление ТМЦ на склад, перемещение, инвентаризационные мероприятия, приходование, списание запасов. В принципе, все наши неофтфактурованные поступления без документов неподтвержденные. И, в принципе, график движения запасов. То есть подсистема тоже отличается достаточно неплохой наполненностью. Остатки ТМЦ на складах, в принципе, достаточно наглядны, показывают документ партии, там номенклатуру, на каком складе, то есть, в принципе, показывает нам складскую себестоимость. Вот это тоже можно смотреть. Значит, конфигурация Drive содержит производственные операции. Вот следующий блок – это блок производственный. То есть, если в компании производство есть, то этот блок может быть нам полезен. Причем, в принципе, в данной конфигурации есть блок производственного планирования. То есть у нас есть заказы на производство, распределение затрат, незавершенка. И, в принципе, такой достаточно неожиданный хороший момент. Есть блок производственного планирования. То есть мы можем посмотреть загрузку рабочих центров, доступность рабочих центров. То есть если наши машины и механизмы заняты, то в принципе можем посмотреть, с каким процентом, когда свободны. Можем строить для себя графики работы производственных центров и в принципе отслеживать выполнение производственного заказа. В принципе, позаказное производство в Drive автоматизировать можно. То есть, как бы видно, какие затраты распределятся по заказу, выпуск продукции, распределение накладных расходов, да, и, в принципе, срок выполнения производственного заказа тоже можем в конфигурации отследить. Вот эта отчетность как раз вот неожиданно, да, там для такой вот, ну, в принципе, торгово-финансовой конфигурации производства на достойном уровне. Здесь вот видим по вот этой системе отчетов, да, здесь статус планирования рабочей работы наших станков, машин, механизмов. То есть, в принципе, если виды операции, в принципе, станок ну, вот разделены по машинопотоке, да, то их работу можно планировать, чтобы и избежать перегрузки рабочих машин и механизмов. Вот
Для планирования производства профильные отчеты есть, и эту информацию, в принципе, тоже можно в системе получить. Значит, отдельного внимания заслуживает, в принципе, показатели результирующие. То есть все-таки конфигурация позиционируется как конфигурация, в том числе для топ-менеджмента. Вот. В принципе, очень наглядны те отчеты, которые смотрит руководитель. Там мониторинг, монитор руководителя, вот, дашборды всевозможные, воронка продаж, дебиторка, кредиторка, то есть там по срокам долга. В принципе, блок отчетности, он достаточно наглядный. Один из таких отчетов, да, это, в принципе, динамика продаж по периодам. То есть мы с вами можем задать период, посмотреть наши чистые продажи, посмотреть себестоимость. Вот, валовая прибыль определяется как, в принципе, чистые продажи минус себестоимость. Понять для себя процент рентабельности в разных валютах и, в принципе, тренд к изменению. Да? То есть там вот продажи наших показателей, нашей себестоимости, то есть как он двигается по периоду. Вот, в принципе, вот эта конфигурация Drive, она как раз и сильна, результирующая отчетностью. А к основным настройкам системы, в принципе, вот управление CNCI, центральной нормативной справочной информации тут нету, через заявку справочники не администрируются, но, в принципе, наладить администрирование через права доступа можно, справочники ключевые, результирующие, они выведены на, в принципе, на монитор подсистемы, вот, и, в принципе, здесь можно нормальный механизм администрирования ключевых справочников наладить. Монитор руководителя. Что такое этот монитор? Это один из ключевых, в принципе, таких дашбордов системы, да, то есть как бы инфографика. Вот любая расшифровка, сейчас будем в системе это смотреть, она содержит доступ к отчету. То есть вот, допустим, просроченные заказы открываются по расшифровке. Заказы поставщикам, опять же, там вот в просрочке, как вот не привезли нам что-то, да, они также открываются по расшифровке. То есть, в принципе, вот ключевые показатели, их можно настроить. То есть тут вот настроен доходы, там расходы, прибыль, да, там задолженность, просрочка. Если какие-то еще необходимо вывести там, в принципе, показатели сюда, на вот эту вот инфографическую выкладку, то, в принципе, это сделать можно. То есть, в принципе, собственник бизнеса, он вот открывает такой вот дашборд и, как вот, в принципе, шутят в проекте, большая красная кнопка. Но вот это вот на нее, в принципе, очень сильно похоже. Это такой вот пульт управления. То есть, сколько денег у нас сейчас есть, какие у нас сейчас есть заказы, в принципе, как себя ведут показатели оборачиваемости, то есть, вот там наши долги, авансы, еще что-то. Вот это такой вот, в принципе, командный пункт управления, наш дашборд. Конфигурации это есть. В принципе, сейчас по основным подсистемам вот мы проговорили. Дальше мы это посмотрим в конфигурации. В принципе, я хотела бы перейти к рассмотрению практического кейса, как построен в системе Drive план счетов, да, то есть как бы вот, и как с ним работать. Значит, план счетов есть, вот, в принципе, и он содержит, прошу прощения, две формы отчетности. То есть, как бы, это план счетов, который используется при построении баланса, и, в принципе, те счета, которые используются там в P&L или в отчете о финансовых результатах. Вот. Что, в принципе, примечательно по конфигурации? По конфигурации примечателен тот момент, что
планы счетов и счета непосредственно каких-то субконта не содержит. То есть, в принципе, вот достаточно линейный подход к построению плана счетов. Ну, такой подход мы можем видеть там в SAP, допустим, когда план счетов особой детализации не содержит. Возникает вопрос, вот те специалисты, которые работают с CDNS, те компании, которые, в принципе, имеют учетную модель, да, там есть ряд аналитик, да, там ряд субконта, которые нужно отразить, в принципе, как же работать тогда с таким линейным планом счетов, в принципе, что с ним делать. Вот смотрите, допустим, если мы работаем вот с неким планом счетов, здесь нужно выбрать, в какому типу отчетности это содержится, вот принадлежность, в какой раздел, да, там либо балансового листа, либо P&L попадет данный счет и что может попадать, там дебет и кредит. Если мы работаем с планом счетов P&L, тут тоже нужно определиться. То есть, как бы у нас есть счет, счет отвечает либо за доходную часть, либо за расходную часть, да, что, в принципе, нам с этим счетом делать. Вот здесь вот, в принципе, по направленности счета, опять же, как и в балансовом листе, есть категории, куда такой счет по финальному попадет. То есть, как бы в блок амортизации, там, блок административных расходов, да, то есть, как бы, либо это будут прочие доходы. Как вы можете, в принципе, там понять из этого всего, соответственно, те затраты, те доходы, те движения, которые пройдут по такому счету, они и будут отнесены в соответствующий раздел, то ли балансового листа, то ли отчета о прибылях и убытках. Значит, в принципе, вот для такой линейной модели, да, то есть как бы как работать на самом деле, если у нас есть там очень много статей, там, допустим, затрат для административных затрат, да, там, допустим, для прочих затрат, там, для производственных статей расходов, как с таким планом счетов работать. На самом деле, ну, не оперируя субконты, да, там, по понятным причинам, ну, на самом деле, смотрите, вот эти счета, они прекрасны, то есть, наверное, это еще один там плюс в конфигурации, они прекрасно добавляются. То есть, если мы имеем план статьи затрат для административных расходов, их ряд, да, там, допустим, административные расходы, заработная плата, административные расходы, там, освещение, отопление, административные, там, допустим, расходы бонуса, то мы, в принципе, ну, не используя субконта, мы можем эту аналитику растиражировать через добавление вот этих вот счетов учета и с этим работать. Это делается в обычном пользовательском режиме, то есть, в принципе, без привлечения программиста, имея рабочий план счетов вашей компании, вы можете добавить нужную вам детализацию по плану счетов. Дальше она совершенно спокойно, да, там, в принципе, в штатном режиме выбирается в документах, выводится в отчеты оборотно-сальдовая ведомость, вот, и, в принципе, дальше попадает вот в необходимый заявленный раздел. За что еще отвечают вот эти вот категории? Ну, допустим, если мы добавили счет и поставили то, что он относится к административным расходам, это будет означать также, что на себестоимость готовой продукции такие расходы не будут распределяться. То есть они у нас по P&L, в принципе, будут отнесены на расходы периода. Вот, в принципе, вот эта вот направленность, она как раз отвечает у нас с вами за детализацию балансового листа, либо же за детализацию самого P&L, вот, в принципе. Поэтому, если
будет принято вашей компанией решение по внедрению системы 1С Drive, будет у нас такой, в принципе, совет, просьба, проработайте ваш план счетов управленческий. То есть там для ведения плана счетов конфигурации Drive необходимо вот как раз, в принципе, подготовиться. То есть иметь наименование счета, иметь понимание, это баланс, это PNL, то есть как бы что это такое за счет, вот, если он мультивалютный, тоже признак должен быть поставлен, и дальше нужно систему научить, да, как она с этим счетом работает, то есть в нужную строку баланса она попадет там, допустим, как дебет, как кредит, то есть как бы это свернутый оборот, что это такое, то есть в принципе. Если вы работаете, в принципе, детализацию, да, там планы счетов, то даже отсутствие субконта, ну, вам не помешает ни в коей мере. Вы, в принципе, вот эти вот счета, ну, вот ту аналитику, которая раньше выносилась на субконта, она будет, в принципе, декомпозирована на плане счетов и достаточно комфортно будет выбираться у вас в документы и в соответствующие отчеты. Как это выглядит в конфигурации? Ну вот, в принципе, по любому счету, субсчету можно построить оборотно-сальдовую ведомость, то есть как бы у вас будет счет, вот, он будет выводиться в стандартный отчет, который, в принципе, там могут быть проанализированы собственником бизнеса и бухгалтерской службой, то есть, в принципе, вот, оборотно-сальдовые ведомости по плану счетов в конфигурации есть. Дальше есть два отчета, вот, с наборными, в принципе, категориями. Вот это отчет о финансовой позиции, балансовый лист. Это отчет, в принципе, называется «Прибыли и убытки». И вот те категории, которые на плане счетов мы с вами до этого посмотрели, да, вот они как раз в отчетности выведены. То есть вот сюда будет отнесена группа счетов выручка, сюда вот группа счетов там себестоимость, либо один счет, да, то есть как бы вот сюда прочие доходы и прочие затраты, то есть когда в принципе вы расширяете ваш рабочий план счетов, следует понимать, то есть что в конечном итоге он влияет на результирующую финансовую отчетность, да, то есть вот в соответствующей группе категории там основных отчетов он будет выведен. То же самое происходит и с балансовым листом, то есть в принципе все новые счета, они будут у нас с вами попадать в соответствующую категорию, то есть как бы необоротные активы, там запасы, да, то есть необоротные активы, запасы, дебиторка, да, то есть как бы на вот эти вот все счета группы, там дебиторская задолженность, они в этот раздел у нас с вами попадут, вот, денежные средства тоже там как бы касса, наличные, банковские счета, овердрафты тоже вот в этот раздел попадут. Поэтому, в принципе, работаем так, определяем категорию счета для какого отчета, да, и определяем уже внутри, то есть как бы там балансового листа или P&L, в какую категорию счет попадет. Вот, поэтому смотрите, что здесь, в принципе, какой вывод по опыту внедрения Drive можно сделать, если есть в плане счетов компании разветвленная система субконта, достаточно там, допустим, детализированные статьи доходов, статьи расходов, в принципе, Drive с этой задачей успешно справляется, и проработав план счетов и расширив его, всю ту же информацию, что и по субконту, вы можете получить на базе Drive. Вот, дальше, в принципе, ну, подход, конечно, более похож на систему SAP, но вот здесь вот следует нам проработать с декомпозицией счетов. Да? То есть, вот, в принципе, ну, успешные кейсы адаптации рабочего плана счетов с расширением, с построением финансовых отчетов на драйве, на различных языках мы, в принципе, имеем, готовы поделиться.
Теперь смотрите, коллеги, я сейчас перейду непосредственно по презентации, у меня закончился обзор, да, мы сейчас с вами посмотрим конфигурацию, да, то есть там, в принципе, вот то, что было проговорено, я покажу уже непосредственно в системе, как это работает. Так, надеюсь, что переключилась, в принципе, показываю на конфигурацию. Смотрите, ну, начнем с такой штуки, достаточно наглядной, достаточно там, красивой, репрезентативной, с монитора руководителя. То есть находится он у нас в группе процессов анализ, и, в принципе, отсюда можно посмотреть по нашим ключевым показателям, да, в расшифровку. То есть как бы нажимаем расшифровку, переходим вот в конкретный отчет и можем конкретный показатель из пульта управления смотреть. Значит, в 1С Drive, как и в любой другой конфигурации, есть возможность ведения учета по нескольким компаниям, да, в одной базе. То есть, в принципе, мультиорганизационная структура поддерживается. Соответственно, вот такой вот пульт закрытия, то его можно смотреть по любой из компаний. Все, в принципе, дашборды, они имеют системную расшифровку. То есть, в принципе, если какой-то нам нужно посмотреть более предметно, то он у нас вот соответствующим образом формируется. Значит, касаемо, в принципе, вот настроек, да, там языка, с которыми работает конфигурация, это вот у нас настройки, да, то есть тут вот сведения о пользователе. И здесь для конкретного пользователя, то есть если мы с вами имеем ситуацию, когда там, ну, то один топ-менеджер говорит там, допустим, по-болгарски, другой по-английски, то для конкретного нашего пользователя мы можем назначить язык представления, то есть как бы для русскоязычного, то есть там поставить русский, другому немецкий или английский. Единственное, что после назначения языка, да, там в пользовательских настройках нужно перезайти в конфигурацию. То есть, в принципе, с этими языками система работает для каждого пользователя. Система CRM. Смотрите, в принципе, здесь еще представлен в системе такой вот CRM-контур, да, когда мы можем, в принципе, там звонки свои отслеживать, там email, встречи, смотреть нашу воронку продаж, там анализировать источники привлечения наших покупателей, сегментировать как-то ключевые справочники. То есть это тоже в системе можно делать. Вот они, в принципе, все наши блоки. То есть мы поговорим сейчас на примере Drive о, ну, такой вот полноценной достаточно ERP-системе. Какого-то урезания функционала, ну, вот не видим. То есть вот блок продажи по полному циклу, блок закупки, вот, включая там мониторинг не от фактуровки. То есть это все есть. Блок финансы. А вот сейчас хочу обсудить с вами дополнительно, то есть смотрите, вот отчеты, они достаточно проработаны, то есть вот достаточно там простым, понятным языком написаны, то есть не нужно знать план счетов, да, привязываться к какой-то, ну вот достаточно сложной там учетной модели. Долг, проценты, то есть там, в принципе, вот что происходит, ну, с детализацией до документа, соответственно. Поэтому, в принципе,
все необходимые вот результирующая информация, она вот в таком виде и есть. То есть как бы валюты, все остаток. И вот очень часто, да, там топ-менеджмент просит, сколько моих денег, да, сколько овердрафт. Но это вот в нескольких проектах мы с таким сталкивались. Вот как раз Drive, он аккумулировал в себя информацию по требованиям именно собственников, да, бизнеса. То есть что они просят. Да, то есть вот аккумулировали. Наш склад Waterhouse, то есть в принципе здесь ну, достаточно много всего. То есть как бы ячеистое хранение, ячеечный склад. То есть смотреть в принципе неотфактурованные тоже поступления. То есть результаты отражать, инвентаризация. Но вот какого-то такого полноценного логистического блока, да, там с транспортными накладными, с ТТН не хватает. А так в принципе тоже как бы складской блок есть. Еще не было вынесено в принципе в презентацию выведен отдельный сервисный блок. Да? Вот здесь есть сервисные запросы, есть заказ наряды. То есть, в принципе, если компания выполняет какие-то сервисные там блоки работ, то это как раз тоже тут есть. То есть там, в принципе, работы услуги, ТМЦ, которые, ну, были списаны при выполнении данного заказа, да, то есть там, в принципе, если использовалась давальческая схема и были потрачены материалы заказчика, они вот, в принципе, сюда будут отнесены, да. Ну, вот, соответственно, условия прооплаты проставляются. Вот такой документ полноценный, который отвечает за выполнение сервисных работ. Мониторы руководителя мы с вами смотрели. Отчетность подсистемы, в принципе, в блоке анализ. Сейчас попробуем построить что-то. Вот. Сейчас минутку найдем. Сейчас попробую взять период. Больше, может быть. За больший период попробуем продажи по категориям посмотреть. Значит, ну, еще раз прошу обратить ваше внимание, да, отчеты достаточно наглядные. То есть вот есть номенклатурная позиция с количеством продажи с учетом налогов, без учета налогов, то есть как бы вот себестоимость, валовая прибыль. Это классические продажные отчеты, которые нацелены как бы на, ну, на менеджмент по продажам и на собственников бизнеса. То есть в принципе это наш блок анализ. Теперь давайте в принципе посмотрим вот то, что я пыталась рассказать на нашей презентации, да, то есть там вот планы счетов, несколько планов счетов, можно в принципе там в одном плане счетов вести план счетов компании, учетный, другой план счетов, там системы бюджетирования, либо если вы ведете учет по международным стандартам, его сюда включать, да, то в принципе, ну вот эта детализация позволяет. Сейчас мы рассмотрим с вами, в принципе, вот он, план счетов. Смотрите, вот этот показатель, он как раз отвечает то, что вот я уже рассказывала, к какой форме отчетности результирующей, да, план, счет будет непосредственно отнесен, да, то есть там балансовому листу, либо к отчету о прибылях и убытках. Вот. Дальше вот это вот, в принципе, перечисление раскрывает нам категорию. То есть вот у меня балансовый лист, да, счет балансового листа. И вот у меня раздел, куда этот счет попадет. То есть вот это перечисление, оно как раз и отвечает, да, то есть как бы куда счет попадет. Вот.
Ну, мультивалютный это несколько валют. То есть, в принципе, сверху будет, допустим, там у вас вот там рубль, внизу доллар. То есть, в принципе, валютное покрытие будет на этом счете учитываться. И здесь, допустим, код счета. То есть, если вы принимаете решение, что данного плана счетов вам не хватает, то, в принципе, вот здесь вот обыкновенное текстовое поле. Вы путем копирования из основного счета добавляете новый счет, и он у вас корректно, в принципе, в текущих документах конфигурации используется. И по нему, в принципе, можно формировать там отчет оборотно-сальдовую ведомость и, соответственно, вот форму отчетности там баланс отчета финансовой позиции, то эти счета попадают. Значит, как мы храним по такому счету остаток, да? Вот в дебет, кредит, либо это будет дебет-кредит, там свернутый оборот, вот это выбирается исходя из данного перечисления. То есть, если у нас счет явно активный, выбираем дебет, если пассивный, то есть как бы кредит, если активно-пассивный, это дебет и кредит. То есть, собственно, вот так работаем. А что было из практических кейсов в этой части? Значит, компании имеют рабочий план счетов, да, там, в принципе, план счетов МСФО и имеют ряд субконтов, то есть там из предыдущей системы. Вот как раз тиражирование, добавление этих счетов, да, позволяет успешно имплементировать драйв. То есть в пользовательском режиме вот, добавляем, в принципе, копировать, вот так вот добавляем. Тут пишем нужное нам наименование. Тут, в принципе, там добавляем соответствующую кодировку, делаем настройки вот из выпадающих перечислений и таким образом расширяемся до рабочего плана счетов вот балансового листа. Касаемо P&L, как работать с P&L? Значит, механизм работы с P&L, он же отчет о финансовых результатах, да? Он в принципе в конфигурации драйва аналогичен балансовому листу. То есть, как бы, если у нас есть выделенный корпоративный классификатор там, статей доходов, статей затрат, то в принципе путем расширения плана счетов, то есть простым пользовательским копированием, мы эту задачу с вами закрываем. В новом добавленном счете мы должны написать наименование, мы должны выбрать там, в принципе, ну вот, что данный счет относится к отчету о прибылях и убытках. И дальше мы рассказываем системе, куда, да, то есть как бы это будет отнесено, то есть какой тип моих расходов вот этот новый добавленный счет должен покрыть. Если это себестоимость продаж, то это будет отнесен, соответственно, в свой раздел. Да? Если, допустим, это административные расходы, мы будем понимать, да, что они на себестоимость готовой продукции распределяться не будут. Да? То есть там вот, в принципе, а если это производственные расходы, то они как раз будут калькулироваться и распределяться. То есть как бы вот. Единственное, что здесь нету такого вот ограничения, что, в принципе, вот категория, допустим, займы полученные, они относятся к балансу. Вот какого-то скрытого фильтра, да, там предопределенного жесткого, что это к балансу относится, вот денежные средства, они относятся к балансу. Но это можно и выбрать там отчеты о финансовых результатах, у вас этот же список будет. То есть, в принципе, можно доработать, вот, ну, как бы выбирать только те категории, да, которые относятся к отчету о финансовых результатах, да, чтобы весь список вам не открывался. То есть, ну, вот такой вот фильтр более жесткий, то есть, в принципе, доработать здесь можно. Вот. А, значит, подчинен счету.
В оборотной сальдовой ведомости вы можете там выбирать группу счетов, да, в принципе, и вы можете выбирать уже и конкретный счет. То есть тут уже как бы такое пользовательское удобство. То есть вот этот план счетов выгружается в Excel, то есть в принципе вы его можете дополнительно там проанализировать еще там. Вот, и в принципе вот без добавления субконта, без каких-то там вот доработок через конфигуратор, через программиста. Вот, в принципе, драйв как конфигурация с полноценной адаптацией учетной модели компании справляется достаточно хорошо. То есть, в принципе, вот. Администрировать, ну, в принципе, обновления доступны. Есть обычные привычные функции там для технического специалиста. Если вам неудобно работать через закладки, то все то же самое. То есть, как бы тут вот документы, справочники, отчеты. То есть, в принципе, достаточно преемственная для 1С-ника конфигурация. То есть, если вот были вопросы, может ли мой там специалист-программист с ней работать, да, с этой мультиязычной системы, да, сможет там, в принципе, она похожа на все другие конфигурации там по перечню объектов, да, там, в принципе, те же справочники, те же документы, те же отчеты, поэтому каких-то сложностей с техподдержкой, да, там с обновлениями, с доработками возможными у вас возникнуть в этой части не должно. Конфигурация достаточно там преемственная и, в принципе, там как бы каких-то сложностей с внедрением и с обновлениями, ну, вот, не возникает, да, там, нам по этому поводу таких замечаний не поступало. Ну, в принципе, коллеги, если у вас есть вопросы, да, давайте их обсудим, либо же, в принципе, презентация есть, мы ее разошлем, да, вот, будем рады разобрать ваши практические кейсы, то есть, в принципе, если какие-то нужны там дополнительные обзоры по конкретным подсистемам, да, то есть там, ну, не только финансовый контур, но, может быть, интересуют какие-то другие подсистемы, там, CRM, воронка продаж, продажи, вы нам пишите, пожалуйста, то есть там, в принципе, будем рады поработать с конкретными кейсами. Так, какие-то вопросы? Вопросы? Так. Так, коллеги, какие вопросы у вас сейчас есть, скажите? Так, сейчас чат посмотрим. Так, в чате я вопросов не вижу. В чате я вопросов не вижу. Коллеги, тогда... так, вопрос пришел к нам. Вопросов нет. Спасибо за презентацию. Хорошо. Коллеги, вопросы будем... можно голосом задавать? Можно голосом задавать, да. Есть несколько вопросов, если позволите. Добрый день, меня зовут Алексей. Скажите, пожалуйста, вот так подробно разбираем план счетов. Ну, это, конечно, важная часть, но не единственная, и до нее, как говорится, еще добраться надо. Но если мы так подробно разбираем, вот прозвучало, что если мы добавляем, нам не хватает какого-то счета в плане счетов, мы его сюда добавляем, правильно? Да. И прозвучало, что после того, как мы его сюда добавляем, он дальше используется в документах. А вот скажите, пожалуйста, а как я могу настроить, чтобы он дальше использовался в документах? Потому что мне, наверное, хочется как-то, может захотеться как-то не руками потом это выбирать. Тем более, что в документах счета из плана счетов, они там построчно. Если вдруг я хочу какую-то товарную накладную, там приходную или расходную отнести на другой план счетов, на другой счет мною добавленный в план счетов, мне что, там 100 позиций или 300 позиций руками менять? Вот там справа, видите, у нас колоночка, где счета учета указаны. Вот. Как можно это сделать? Как это можно автоматизировать? Спасибо. А, хорошо, спасибо. Вопрос понятен. Смотрите, насколько я помню, при добавлении счета вот здесь вот
счета учета на номенклатуры, да, они есть, да, вот, и в принципе, ну, то есть какой счет мы добавляем, если это статья затрат, да, то есть там, в принципе, вот, это будут там на детализации контрагента, если это, допустим, детализация, ну, какой счет добавляем, мы можем детализировать свои запасы, тогда это будет, в принципе, номенклатура, это при выборе номенклатурной позиции, вот они добавляются. Если мы детализируем свои взаиморасчеты с контрагентом, да, то есть там вот детализируем их, это на плане счетов контрагента добавляются. Если это услуги входящие, вот в принципе, я не помню, но по-моему это один справочник с номенклатурой здесь сделан, да, вот, добавляем здесь, то есть это сервисы в подстановке. Можно еще что-то дорабатывать для самого документа, если там, допустим, ну вот, счета учета номенклатуры взаиморасчетов так не подходит, да, там, что выбираю конкретную там номенклатурную позицию, счета добавились вот сюда, да, то есть там по группе, вот так вот не подходит. Можно, в принципе, вот здесь вот сервис автоподстановки, то есть заполни мне почем-то, вот тут так работает. То есть, ну, в принципе, вот так работает. Спасибо большое, но, честно говоря, не совсем понял. Может быть, вы что-то показывали в документе поступления товаров. То есть, не совсем понимаю. Предположим, я хочу вот эту номенклатуру, которая сейчас на экране, keyboard, да? При поступлении от определенного контрагента я хочу относить на определенный счет учета. Ну, предположим. Так. Смотрите. Я нахожусь на номенклатуре, да, то есть вот мы ее смотрим с вами, и в принципе здесь есть вот они счета учета номенклатуры. Мы переходим сюда, и здесь в принципе должно быть, сейчас посмотрим, значит, вот сервисы автоподставки счетов документы, то есть счет дохода, счет себестоимости, счет расходов, вот это вот в принципе те сервисы автоподстановки, это регистр сведений, счета учета номенклатуры, то есть как бы вот они для возврата, вот они для неотфактуровки, в принципе вот они для входящего и исходящего НДС, вот это как раз те правила автоподстановки в документы счетов, которые будут использоваться. Я ответила на вопрос. Не очень мне, может быть, хорошо видно. Здесь есть возможность все-таки каким-то образом отрегулировать, что если эти клавиатуры поступают от какого-то поставщика, чтобы они ложились на отдельный счет. Да, есть, смотрите, вот если у нас здесь, вот он, допустим, перемещенные запасы, вот доход, ну, допустим, вот доход мне нужно поправить, я иду показать все, тут у меня будет новый расширенный там счет доходов, я выбираю его, то есть перезаписываю, и потом с перезаписыванием в документе уже этот новый добавленный счет там переподставится мне в мои документы, поэтому... В принципе, это здесь реализовано. То есть, если у нас вот, в принципе, то есть мы должны понимать, какую операцию мы для себя регулируем. Там себестоимость, доход, там, допустим, возврат товара. И для каждого этого типа операции вот он здесь настраивается. Счет. Ответила на вопрос?
Смотрите, коллеги, если у вас есть практические кейсы, да, там по конфигурации, там, давайте так подставим, или там, в принципе, отчетность какая-то интересует, вы эти вопросы пишите на электронку, мы их собираем, в принципе, это достаточно интересно смотреть, да, то есть, как бы, что наших пользователей волнует, так скажем, поэтому пишите, пожалуйста. Можно еще один вопрос, позволите? А, да, конечно. Да, конечно. А вы показывали вот там мониторы, такие интересные сборные или дашборды. Скажите, пожалуйста, там есть возможность что-то видеть в разрезе подразделений? Можно ли тут вообще делать какую-то структурную структуру компании и что-то анализировать в разрезе подразделений? Спасибо. Хороший очень вопрос, спасибо. Смотрите, вот у нас есть такая закладенька организации, да, и в принципе здесь вот предприятие, то есть в принципе все, что у нас к предприятию относится. То есть вот они, наши подразделения. То есть в принципе здесь можно вести учет по проектам, можно вести классический учет по подразделениям. Вот подразделения, кто ответственный, то есть там какие-то контактные там, телефоны, адреса руководителей. Но вот здесь не видно, извините, здесь не видно, какой из наших мульти-компаний, да, принадлежит каждое подразделение. Ну, то есть фирм много, смотри. У каждой фирмы какие-то, какая-то своя структура, да? Смотрите, такой вот регистр сведений, да, там, с выведением отчетов, да, там, то, допустим, организация и подразделение, связочку такую вывести. Я, конечно, еще могу покопаться, посмотреть, да, то есть, как бы, связь конкретной там организации, ну, у нас действительно мультиучет, да, там, несколько компаний в одной базе, вот, вывести. Это можно, даже если этого сейчас в системе там штатной нет, ну, там, не тяжело доработать, там, подразделение принадлежит, в принципе, к организации верхнеуровневой, то есть как бы это ну, на самом деле не тяжело. Но, скорее всего, если сейчас вот целью задаться, то какой-то там универсальный отчет можно вывести. То есть, ну, наверное, покопаюсь, найду. Спасибо большое. Так, коллеги, вам спасибо, были рады видеть вас, вышлем презентацию, то есть как бы будем действительно благодарны за ваши там вопросы, пишите, пожалуйста. Всего доброго, на связи.